Всем привет, девчонки, мальчишки, добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, сегодня у нас с вами будут блинчики. Так как у нас сейчас масленица, то и давайте сегодня порадуемся блинам. Но блинчики будут творожные, очень, кстати, вкусные. Ну что, давайте приступаем готовить уже. В миску разбиваем 2 яйца. Яйца без разницы, какой температуры, блинам все равно. Молоко 350 грамм. Вообще весь рецепт будет в описании. У меня тут просто уже было 350, поэтому я так на глазок и налила. Дальше. Масло растительное добавляем. 3 столовые ложки масла. Соль, щепотку. Потом добавляем творог. У меня вот такой идет с крупинками. Но ничего страшного, мы его потом блендером сейчас перебьем, поэтому можно через сито заранее протереть. Ну и так тоже пойдет, потому что, говорю, будем блендером пробивать. И разрыхлитель теста 1 чайную ложку. Вот у меня была 1. И сюда же добавляем 3 столовые ложки сахара. Все это перемешиваем до однородности. Массу перемешали, добавляем сюда муку. Я ее заранее просеяла. Муку тоже желательно просеять, но не обязательно. Блинам тоже все равно. Так, все это перемешиваем до однородности. Берем блендер и все это в однородную массу перебиваем. Так, тесто у нас однородное, теперь оно получается вот такое жиденькое и ни одной крупинки творога тут нету. Вот такая масса на выходе должна выйти. Сковороду смазываем тонко растительным маслом, тонко-тонко. Так, немножко слегка, смазываем только первый раз. Больше потом ничего смазывать не нужно. Просто я налила капельку и распределила ее по сковороде. Сковорода разогрелась. И теперь обязательно сковороду нужно разогреть. Она разогрелась. И теперь жарим на ней блины. Я жарю сразу на 2, на большую, поменьше. И сковороды у меня совсем не блинные. Но даже на них, смотрите, какие блинчики уже получаются. Старайтесь тесто наливать еще немного, чтобы блинчики были тоненькие и ажурные. Если много налить тесто, то они будут толстые и без дырочек. Ну что, блинчики готовы. Посмотрите, какие они чудные получаются. Я тут уже и сметанки положила. В общем, блины, просто загляденье, какой стоит от них аромат, просто закачаешься. Ну что, давайте я вам покажу. Смотрите, какие они получаются дырчатые, даже несмотря на то, что они у нас с творогом. А с творогом вы знаете, что это вдвойне вкуснее. Вообще, класс. Ну что, давайте попробуем один блинчик. Они уже подостыли. И они очень мягкие, не ломаются, ничего, смотрите. Можно заворачивать в них любую начинку. Блины получились просто отпад. Они очень вкусные, самодостаточные. В них не нужно никакую начинку добавлять. Просто вот сметанку помакали, и хорош, и готово. Готовьте с удовольствием, вам они обязательно понравятся. Весь рецепт будет в описании. И, друзья мои, всех с масленицей! Готовьте, не пожалеете. Ну а я сегодня с вами прощаюсь и увидимся с вами скоро. Всем пока-пока, до скорых встреч!